Ленские красавицы с пышными формами, чувством юмора и обаянием встретились на сцене Центра досуга и народного творчества, чтобы выяснить, кто из них самая-самая. Как участницы боролись за главный титул в сюжете моей коллеги Марины Крутихиной. Четыре обладательницы пышных форм показали себя во всей красе. Они дефилировали, угощали своими лучшими блюдами и, конечно, пели. Сами участницы хоть и волновались, но остались довольны своими результатами. Стихийно так быстро подготовились, все на эмоциях, все на волнениях, поэтому, может быть, и так легко мы выступили. Волнения, конечно, были. Даже, можно сказать, коленки тряслись под юбкой, хорошо платье длинное не видно. А так, я считаю, что мы достойно выступили. Жюри пришлось действительно очень сложно, ведь каждая участница обаяла их своей харизмой и артистичностью. Но победительницей могла стать только одна, и ей стала Виктория Жангирова. Эмоции переполняют, слов нет, слезы все на свете, бурно вообще прошел, феерично, можно сказать. Тяжело, все это эмоционально тяжело. Все участницы получили номинации и памятные подарки от организаторов и спонсоров конкурса. А глава города Ленска Александр Харунов учредил свои призы. За то, что они есть, за то, что они вот такие. И сегодня они показали то, что они умеют. Поэтому давайте поаплодируем и скажем им спасибо. Ленские пышки своими выступлениями показали пример того, как нужно любить себя. Ведь каждая женщина прекрасна. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».